Хейл, если вы шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Avalon 2. Короче, я так посмотрел, все равно мне еще 100 гигов есть, поэтому это на одну серию хватит. С компьютерами я не понял, с компьютера это бздец, ничего не дает. Скажу, как оно есть. Поэтому побежали, куда нам там надо. Так, на решетке, да, не наступай, главное. А... Ну, я же наступлю на решетку, так ведь? А, ну, понятное дело, чё оно. Ладно, ускорение. Мое лечение, да. Атака, атака. Магия ускорения. Накидываем. Магия лечения на себя. Атака, атака. Атака, атака. Магия. Вмешательство. Следующее лечение. Заряд. Магия, магия. Магия, лечение. Хилим себя. Атака, атака. Магия. Отмена. У меня магии уже нету. Черт. Заряд. Атака. Атакуем. Мисс. Темнота. Атака. Атакуем. Пипец. Из-за того, что не видно света, я не могу атаковать. Ну, мисс, ну, понятное дело. Система охраны зоны активирована, двери заперты. Блин, мне по-любому сюда идти надо. Да-да-да-да, почему оно автоматически активируется, эти ловушки? Магия, заряд. Заряд. Плевать, пускай заряжаются. Выпад. Лед. Атака. Мисс. Свет. Свет погас. Все, минус. Так. Нахера заряд? Не отхилить нужно союзника. Выпад. Ладно, потом отхилю. Да-да-да-да-да. Похоже, какое-то создание пыталось использовать этот компьютер когтями. Я вернусь с набором для препарирования. Я с радостью узнаю механизм функционирования этих чудных созданий. Некроморфов. Ага, и где последний? Может быть. Там точно нет. И тут точно нет. Так, ладно, давай. Верхнюю, правую.
нижнюю правую. Я просто не вижу, а смысл от этого? Привет, профессор Гира, как поживаете? Тут сложно понять, какой мне рычаг жать. Вот в чем херня. Я не знаю, что мне жать. Здесь я не думаю, что рычаг есть. Так ведь? Тут же рычагов нету, так? Так. Те, кто знает. Давайте вернемся назад. Не работает. Да, здесь навряд ли будет. Надо бы, если бы увидел, я сразу, кажется, его заюз заплы. Нет? Ой, где последний рычаг может быть? Его тут вообще нигде нету. Да, лаборатория с... нелюбенькое место. Я даже не знаю, ну блин. Пора с ре... Так, пара с ребенком, жившая здесь, лица не разглядеть. Эту машину использовали чаще. Еще немного. Вот, получилось. Эту машину явно использовали для... Ясно. Язно. Ну, ну почему никто никогда не, не слушает? А, серьезно? Ладно. Найс. Так, это последний генератор. Запас... Ура! Свет вернулся! Уровень тревоги 0. Меры безопасности отключены. Наконец-то! Мне уже начало надоедать эти случайные сражения, а тебе, Шимики. Да. Эта проблема решается системой прошлого. Никогда не знаешь, насколько они устарели. Хорошо. Мы еще за сундуком сходим. Классный бант. Он отлично мне подходит, но он весь покрыт пылью. 2 декабря 948. Мой предшественник совершил великий прорыв. Должно быть, он жил здесь долгое время. Готовлюсь к прибытию субъекта X. Я начал внедрять автоматическую систему безопасности. Конец записи. Это шоу... 16, 17... Эта камера пуста. Это шоу Fallout? Эй, внутри что-то есть. Звездочка. Альтернативный эксперимент. Камера гиперции. Последняя надежда. Ну что, в принципе, мы все отключили, систему безопасности. Теперь ему на свет не мигает, и значит, я не смогу промазывать. Еще звездочка. Рено. Не знаю, кто такой Рено, но давайте посмотрим. А-а-а, фига себе. Вот эту я хорошую карту взял. Прикольно. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Полетели. Уже 3 года уже... Так, уже любит делать странные... работы с папочкой. Этот сосуд разбит, возможно, его содержимое выпало наружу. Доступ запрещен, активирована охрана 5 уровня.
игра. А проверка за запроса на доступ к саркофагу 1. Инициализация текста Тьюринга. Хо, это ж это. Сейчас мы выиграем. Обманы. Лол. Как я, да? Обманываю его. Я в такие игры играл, если вы помните, Тас разыскивается, мы тоже такую играли. Победа! Человеческий интеллект распознан. Изи. Чисто. Ха-тьфу. Нифиг делать. Кошетик экспит. Глаза накрыл. Блин, далеки с доктора кто? Прикольно сделано. Решетка будет кто-то нападать? Ну, конечно. Похоже, решетка под напряжением. Это может быть опасно. Как же нам не поджариться? Нам просто нужно подождать, пока разряд не пройдет, прежде чем наступать на нее. Это что, большая папочка из Биошока? Магию, ускорение. Пусть хилит нас. Магия, лечение. Атака. Нужно большого вырубать. Заряд. Блин, я опять заряд перепутал. Заряд. Атака. Хорошо. Выпад. Лед. Атака. Магия лечения. Атака. Хорошо. Отлично. Проверка запроса на доступ к форуму ГТБ. Нелицензия тест Тьюринга. И что? А змейка! Нифига себе. О, нихера. Победа. Человеческий интеллект распознан. Прикольно. Здесь столько отсылок, столько пасхалок. Возможно, это райские чертоги или адские чистилища. Добро пожаловать в четвертый. Четвертое что-то. Так, сразу решетка. Но я по-любому наступать надо. Ой-ой-ой. Магия. Замешательство. Магия. Ускорение. Ой-ой-ой, по двадцатке херячит. Это больно. Магия, лечение. Хорошо. Атака. Так. Магия. Ускорение. Атака. Ай-яй-яй-яй-яй. Магия лечения. Атака.
атака, заряд. Атака, атака. Заряд. Выпад. Атака. 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 Готово. Ой, левелап поднял. Ух, окей. Проверка запроса на... Давай, поехали. А я вот эту игру никогда не проходил. Вот я никогда последнего не мог победить. Провал. Это очень сложно. Это вообще нереально. Монат! Вы понимаете, это так сложно! Это пиздец! Серьезно? Фух, ну честно, здесь на лаки, знаете, типа, ну как лаки, я рассчитал все, полет пули, куда она полетит. Я молодец, я молодец. Там молодец, я молодец. А, это плохо. Магия, вмешательство. Магия. Ускорение. На кого я кинул, я не увидел. Ладно, нормально. Магия, лечение. Фу, как оно не... неудобно вот это на самом деле. Очень неудобно. Заряд. Заряд. Атака. Выпад. Лед. Атака, атака. Магия, лечение. Только отхилил. Атака, атака. Магия, лечение. Магия, ускорение. Атака, атака. Ай-яй-яй. Атака, атака. Магия, лечение. Атака, атака. Атака, атака. Все хорошо. Один остался. Магия, лечение. Отлично. Ну, свет...
мы врубили, поэтому теперь более легче. Давай. Пакмен. А, я маху хорошо. Оно еще подвисает немного. Но это первый уровень, поэтому он довольно легкий. Мне не нравится то, что здесь все замедляется. Почему он подвисает? Ну вы сами видите. Я хотел пройти вниз, он не прошел вниз. Я что ли виноват в этом? Вот куда он вот летит, скажите, вот куда? Я вниз нажимаю, он вниз не едет. Типа я виноват в этом? То, что он не попадает в проходы. Вот снова. Он не едет туда, куда я хочу. Мне нажимать столько раз нужно, чтобы обосраться. Серьезно? Почему ты лагаешь? Почему ты лагаешь, блядь? Почему ты лагаешь? Вот вы сами видите, оно фризует. Да. Подвисни, чтоб меня сожрали. Бля, тупые призраки. Я просто не хочу говорить об этом. Просто насколько нужно было сделать так тяжело. Ну, чисто... Почему он фризит? Я чисто в этом плане. Чисто, нахера фризы? Вот, что это за... Фризоиды, что это за... Покажите мне. Быстродействие. Ничего не загружено. А игра не выдает нормально FPS. Ладно, давайте я типа сохранился, сходим теперь наверх. А, все, мы же тоже прошли. Thank you.
Нормально, нормально. Все, я понял, где этот проход. О, боже. Сложная лаборатория. Оно нормально, нормально, потом... И подфрезивает. Надо сразу этого уничтожать. Ускорить телку, чтобы она хилила быстрее. Кого я хилю, интересно? Понятно, понятно. Хорошо прыгаем. Неудобно. Говорю, это вообще неудобно. Оно, видите, типа, ускоряется и не ускоряется в тот же момент. Даже не спрашивайте. А, вон оно еще тут сохранение было. Заряд. Быстрее, быстрее, быстрее. Да пипец. Магия лечения. Давай, 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 давай. Атака. Большевика надо бить. Магия лечения. Заряд. Атака вот сюда. Надо было это дать. Ускорение. Потом заряды делать. Сейчас мой персонаж на отдыхать пойдет. Господи, я такую же. Давай, Фина, быстрее. Заря. Магия, ускорение. Атака, атака. Я должен был успеть. Ты кому ускорение дал? ГГ. Ладно. Понятно. Понятно. Добро.
какого черта? Ладно. Справились. Все. Надо заканчивать с этой уже локацией, потому что у меня от нее уже горит. Плюс при этом оно еще фризит. Время летит, война быстро приближается, найти решение. О! Это ж этот жучок из метро Адвания. О, какое милое маленькое создание. Может, мы можем его освободить? Я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Ну да, да. А. Херомозг. Что это вообще за мерзкое создание? Похоже на гигантский слизкий мозг. Наверное, это результат прошедшего эксперимента. Надеюсь, это не ужастик, иначе нам всем конец. Выживаем только герой и все такое. Судя по всему, это металлические создания решило его защищать. Так, атака. Магия, лечение. Не того хилю! Заряд. А, нужно было ускорить. Тупанул. Да, я сам виноват, ладно. Магия, лечение. Лед. Атака. Шустрее, шустрее, я сейчас... А, я только два раза могу отхилить, черт. Плохо. Да ладно. Плевать. Магия лечения. Себя хиль быстрее. Заряд. Не тут, тут делаю. Атака, атака. Минус девка. Магия лечения. Ладно, живи. Живи, пока можем. Лед. Атака, атака. Так, это сейчас девчуля, да? Магия, лечение. Атака, атака. Магия, ускорение, сюда. Атака, атака. Магия, отмена, заряд. Атака, атака. Заряд. Атака, атака. Ладно, плевать, пускай меня бьет. Выпад. Атака, атака. Лед. Лед сюда. Атака, атака. Атака, атака. А магия, лечение. Тебя хиль быстрее. А, магия, ускорение. Атака, атака. Магия, отмена. Все. Заряд. Атака, атака. Комбо, атака. Нормально, 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 нормально. Выпад. Атака, атака. Ай-яй-яй-яй, не туда. Ладно. Заряд.
Атака, атака. Выпад. Все. Это было жестко. Что, побежали далее. Это, походу, босс был. июля 949. Субъект X сопротивляется энергии, чем ожидалось. Ее сила значительно уменьшается, а собранная подобным образом энергия теперь хранится в орудии. Теперь я ослаблю захват, чтобы подбросить ее. Конец записи. Нихера себе ядерка. Так что это за орудие? Это энергия. Чистая энергия. Отобранная у некоторых субъектов X. Мы не нашли профессора Гира, но он точно не кажется хорошим. Зачем ему делать подобное? Я не знаю, но возможно у него были свои причины. Возможно, он хотел защитить что-то или кого-то. Защитить кого-то? Я не знаю, оправдывает ли это подобным риск. Это ты любишь, когда кого-то ты делаешь все возможно, чтобы его защитить. А ты, Фина, кого защитишь? Ты. Шимики? Он защищал меня с момента нашей встречи, он всегда чего-то, что-то может, поэтому я хочу сказать ему ответную услугу. Но чтобы это произошло, он должен быть в опасности. Не стоит кому-то желать подобное. Это правда. Со всеми этими путешествиями вперед и назад во времени я начинаю путать причину и следствие. Мир раньше был намного проще. Ты имел начало и конец. Ты не мог изменить то, что и уже произошло. Ты мог лишь сожалеть. Давайте быстрее. Интересно, что будет, когда мы наконец-то уничтожим орудие? Что станет с будущим, которое вы посетили? Со всеми людьми, которые там жили? Больше всего меня волнует Менос. Он все еще там застрял в чужом для него времени. Что будет с ним? Менос? Принц Демония? Я все еще не могу поверить, что вы действительно знакомы с ним. Вы хоть понимаете, что были исписаны тысячи страниц в попытках объяснить его исчезновение? Хотел бы я с ним встретиться. Ну и как уничтожить эту штуку? Должен быть какой-то способ. Всем стоять. Если вы решили, что избежали от нас, подумайте еще раз, ведь мы... Специальные войска Империи! Сдавайтесь, вы окружены. В этот раз это действительно так. Вам придется победить нас, чтобы избежать. Не подкидываем идеи. Лично я не копил... Так... Ни капли не хочу с ними сражаться, они выглядят чертовски сильными. Сдавайтесь без сопротивления. Что нам делать? Так, что нам делать? Хочешь их победить? Шимики? Ты в порядке? Моя голова сильно болит. Шимики? Я помню. Это орудие. Я должен... Шимики, нет! Не надо! Орудие 001 запущено. Уничтожение неизбежно. Пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь. Шимики, зачем ты это сделал? Все будет уничтожено из-за тебя. Прости меня, Фина. Этот голос в моей голове. Кто ты? Все кончено. Вау. Конец.
Нет, это только начало. Так, давайте быстро диалоги прочитаем, остановимся и закончим на этом. Мама? Это ты? Тише, тише, успокойся. Просто расслабься. Ты проспала уже почти 9 часов. У меня был ужасный кошмар. Мне снилось, что я была в прошлом. Это было ужасно. Ну, теперь ты в полной безопасности. В старом добром 1049. 1049? Эй, кто ты? Ты не моя мама. Имя? Как давно оно мне не было нужно? Ты можешь звать меня Церис. Церис? Мне кажется, что мы уже встречались. Я была совсем маленькой девочкой. А вот и известный Шимики. Снова вместе спустя все это время. Ты знаешь Шимики? Тогда, может, ты сможешь ему помочь? Помочь ему? Я уже помогла. Когда мы впервые встретились, вы помогли мне сбежать от имперских стражников. Я ответила вам тем же и спасла от взрыва орудия. Орудие? Это ужасно! Великая катастрофа произошла. Мы должны были предотвратить ее, но Шимики... Не все могут сбежать от судьбы. Фина, где мы? Орудие... Оно взорвалось, а затем... Вельвет, ты в порядке? Какое облегчение? Орудие взорвалось, и затем Цери спасла нас. Думаю, она принесла нас в будущее. Будущее? Раз уж мы путешествуем во времени, я хочу попасть во времена Маджа. Церис, так тебя зовут? Ты довольно уникальна, ни человек, ни демон. Мой отец был демоном, а мать человеком. Ну а я так думаю. Мои воспоминания размыты. Невероятно, я даже не думала, что есть подобные тебе. Ты действительно уникальна? Позволь мне изучить тебя. Я... Вельвет! Цери спасла нас от взрыва, ты должна благодарить ее. Прости, я обожаю загадки и все необычное. Кстати, о загадках. Шимики, ты в порядке? Пришел в себя? Про то, что произошло в комнате орудия. Мы не должны это обсуждать. Шимики никогда не хотел этого, и это не его вина. Мы просто должны использовать другую маджи, чтобы вернуться до того момента и помешать орудию взорваться. Отличная идея. Но это может вызвать пространственно-временной парадокс. Я не знаю, к чему это приведет. Но это наш единственный шанс. К сожалению, это невозможно. Маджелиты были созданы специально для предотвращения подобных событий. Если вы вернетесь в свое настоящее, то всегда окажетесь после момента запуска орудия. Нет, не может быть. Моя деревня, моя семья. Могу я спросить, откуда тебе это известно? Если древние маджи знали, как работают маджелиты... Я не знаю. У меня есть воспоминания, и иногда я вижу разное. То, что произойдет позднее. Насчет маджелитов, я знаю, что они не сработают. Просто невероятно. Невозможно, твое происхождение наделило тебя способностями, которые раньше никто не видел. Насчет орудия. Есть другой способ. Серьезно? Ты круче всех, Церис! Это будет непросто, но имея ключ Маджи, мы непременно сможем это сделать. Сам ключ Маджи? Один из трех легендарных артефактов Маджи? Ты знаешь, где он? Это довольно сложно. Маджи создан ключ из собрания безопасности. Он должен удалить нечто из временного пространства, но это было слишком опасно. Поэтому они разбили его и дали каждый артефакт лидеру своего времени. Долгое время я ищу эти фрагменты. Думаю, я знаю, где они. Но мне понадобится ваша помощь, чтобы собрать их. Значит, решено.
я никогда не думала, что само время можно изменить. Правда, потому что мне встретился Шимики и Фина. Так, если мы используем ключ Маджи, чтобы убрать орудие из временного, оно никогда не будет существовать и никогда не будет запущено? Именно. Просто идеально. Давайте найдем эти части ключа Маджи и уничтожим эти гнусные орудия раз и навсегда. Я надеюсь, что последствия не окажутся намного хуже. А, все? Ладненько, ребят, я думаю, на этом мы закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и мысль. Ключи. Три ключа. Это Менос, это Фиона и вот эта девчуля. Вот эта девчуля, короче. Они есть ключи, они есть из каждого будущего, прошлого, настоящего людьми вот этими всеми. Поэтому всем спасибо и всем пока.